Дальше проезд только после оплаты. В столице республики идет борьба со злостными должниками. Представители судебных приставов, налоговой службы, работники администрации и сотрудники ДПС вышли на совместный рейд. Несколько автомобилей даже пришлось арестовать за долги. Свидетелем дорожных баталий стал наш корреспондент Камиль Девятов. Долг платежом красен, а тех, кто избегает этой процедуры, ждет иная форма – конфискация имущества. За один только час на проспекте Петра I судебными приставами были арестованы два автомобиля – злостных налогонеплательщиков. При проведении данных рейдовых мероприятий граждане имеют возможность оплатить не только задолженности по штрафам ГИБДД, налоговым платежам, но и по другим категориям исполнительных производств, в том числе платежей за топливную энергию, газовую энергию, там, электроэнергию, ну и, конечно же, кредитные платежи. Должников вылавливают прямо на дорогах. Работают приставы совместно с сотрудниками ГИБДД. Помогает им в этом система Андромеда, которая с помощью камер из огромного потока автомобилей выявляет тех, у кого имеются задолженности. На данном участке мы проводим совместное мероприятие, рейдовое мероприятие с сотрудниками органов ДПС, судебными приставами, сотрудниками налоговыми службами. Выявляем нарушения, которые... налоговые нарушения, которые относятся к налоговому законодательству, должников. Рейды, проводимые сотрудниками Федеральной службы судебных приставов по взысканию задолженностей, будут проводиться регулярно, сообщают в управлении. Камиль Девятов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.